работают на одного человека, но при этом недолюбливают друг друга. Они не доверяют друг другу, это вполне естественно. Усугубим это недоверие и поможем им начать войну между собой. Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами выполнять все возможные миссии, которые только тут есть у нас. Так, уровень сложности у нас 3. Барвечус. Так, а есть что-нибудь поспокойнее? Так, включить радиопередатчик. Так, почему-то сюда маршрут не прокладывается. Интересно, почему? Якобы дороги нет, что ли, или что? Почему? Ладно. Поехал я на мотоцикле. У меня мотоцикл. Прокачусь. Давайте без меня. Барвечус. Блин, не врезаться бы нафиг. Там серебряный рудник. Санта-Бланка захватила здесь все. Наняла барвехосплата для управления добычей. А с точки зрения горняка, какая между ними разница? Когда ты в ловушке на глубине мили, все боссы одинаково плохие. Верно говоришь, напарник, верно. Фига там. Тачка взорванная была, горела. Так, давайте скоротим немножко путь себе. Вот так вот. Не доезжая, немножко, наверное, притормозим, чтобы не светиться, не палиться. Я думаю, будет нормально, да? И чуть-чуть еще поближе. Ну и столько самый децл. Вот, на этом камушке расположимся. Отсюда будем наблюдать, как говорится, за всем происходящим. Так, ну чё, где мои напарники? Появляйтесь уже. Так, отлично, появились. Пока меня никто не палит. Где моя снайперка? Так. Вперед, я за вами. Ну да, вперед, я за вами. Ну что, с кого начнем-то, ребята? Так. Вижу цель. Трое здесь. Заметил еще одну цель. Вот я думаю, сейчас сносить или попозже, а? Давайте на ночь. Цель ликвидирована. Так, этот лишь бы не увидел. Да елки ты палки. Так, замечательно. Троечка у нас это лежит, отдыхает. Надеюсь, по дороге никто не пойдет, чтобы пропалить их. Так, 125 метров до каких-то там документов. Появился один с пистолетом и пулемет. Этот готов. В шею. Как говорится, насмерть. Так, а мы-то что, стоят где-то там за километр от меня? Перегруппироваться нафиг надо. Все ко мне. Принято. Вот так-то будет лучше. Опа-на, один палит меня. Надо снести его. Да ну нафиг. А, так это еще и главный. Ё-моё, надо... Лейтенант убегает. Так, он садится на тачку. Да. Вместо того, чтобы допросить, я его грохнул.
Ну что же, он сам напросился. Да и суть у меня здесь совсем другая. Суть у меня, ребята, забрать документы. Так, пока чисто. Уже нет. Так, один палец мне там. Да и так я отошел. Надо его сносить нафиг. Но только потихоньку. Так. Стоит, смотрит в мою сторону, сволочь. Так, пошел за кирпичи. В принципе, это мой шанс. Ну давай, выходи, я тебя жду. Блин, не выходит почему-то. Я думал, он сделает круг и выйдет, а он стоит вон, оказывается, где, смотрите. Оп! Враг уничтожен. Прям в лицо. Порядок, все хорошо. Ну, пока вроде бы хорошо. Награда картеля, возьму на память. Так, возьмем боеприпасик. А где награда картеля? Я не вижу никакой награды здесь. Ты что-то попутал, братец. Так, как мне пробраться на второй этаж? Так, надо этих ребят освободить. Хорошо, порядок. Пускай идут, гуляют. Так, ну они как обычно, блин, за оружие берутся. Ага, вот, здесь, значит, надо пробраться. Ну, по-моему, нифига неправильно. У нас надо на то здание. Значит, должна быть тоже, по идее, лестница. Живее, у нас гости. Какие гости? Откуда? С какого перепуга-то? Мы вроде без палева все сделали. Сдается мне, это все из-за повстанцев. Как я их только освободил, они взялись за оружие, ну и миссия как бы обновилась. Ну что ты тут стоишь-то? С рацией, блин. Рация вылетела из рук. Так, а здесь у нас что, пустые клетки, что ли? А зачем замки на них? Нечего тут замкам висеть. Опасность, рядом враги. Почему-то по карте я не вижу, чтобы были враги. Бля, села хламон тут, сидит. Так, ну что, здесь? Не здесь? Здесь. Здесь, родные. Это что, награда? Больше похоже на игрушку из коробки сухих завтраков. Так, очки навыка плюс 3. Ну что ж, неплохо. Так, а тут еще должен быть файл. А где он? А, вот он. Так, у нас есть информация о хранилище с наличными Санта-Бланки в Барвечес. Нам нужно только украсть эти бабки и повесить дело на спрута. Плевое дело, да? Ты думаешь? Пак, это Номад. Я в Барвечес. Как дела? Чем могу помочь? Мы собираемся вскрыть хранилище Нидии. Собери отряд и жди звонка. Возьми достаточно людей, чтобы перевести все деньги. Хорошо, я понял. Я предупрежу товарищей. Так, это что у нас получается? Новое задание. Ограбление банка. Ну что ж, давайте глянем карту. И куда нам надо двигаться? Что-то я не пойму, куда идти-то? Так, это разведданные. Повстанцы. Эх.
Это вне сюжетное действие, да? Да. Очень интересно. Почему не показывают, а куда идти надо? Так, расследование Барвечес. Тайник с данными. Ну что же, поехали туда. Поехали. Как же это далеко от истины. Война с мятежниками. И что иное, как битва за свободу Боливии. Опять сам дед голосит. При поддержке правительства сделали как не успокоиться, чтобы улучшить жизнь простого боливийца. Более того, они предоставили предприимчивым боливийцам реальную возможность подняться. Так, ну что, выезжаем на трассу сейчас. А после этого-то нам куда ехать? Что-то замудрили, тут намудрили, непонятно куда, чё. Так, это автоколонну освободить надо, разведданные. Внесюжетное задание. Фотоулика. Рудник Барвечес. Так. Ну что, давайте основать дело. Добудем важную информацию. Мы, боливийцы, мирный народ. Мы предпочитаем жить в гармонии с нашей землей и друг с другом. Мы жаждем гармонии в свободе, а не в принуждении. Я генерал Баро, предводитель единства, и я вам обещаю, что мы никогда не сложим оружие, пока над свободой Боливии нависает угроза. Кого-то сбил, по-моему, нечаянно. А это у нас что такое? Автоколонна с медикаментами. Давайте попробуем. Да какого хрена? Что-то там уже жалуются кому-то, вызывают. Эскорт уничтожен. Ух, сирена пошла. Это плохо, ребята. Водила вылетел. Там уже недолго осталось. Сейчас взорваться должна, по идее. Да откуда тут сирена-то, не могу понять. Ух, ё-моё, уже вертушка прилетела. Вот это плохо, ребята. Очень плохо. Блин, хреново. Придется сматываться. Блин, сейчас тачка у нас взорвется. Че ты там сидишь-то, блин, чмо? На. Ой, а я думал, тут бандос. Ё-моё, мирного жителя убили зачем-то. Ё-моё. Вот дурило. Так, ладно. Идет машина с медикаментами. Повстанцам она пригодится. Поможем им. Нифига, по карте два вертолета, ё-моё. Хорошо, я вызову повстанцев, чтобы все это забрали. Да чё там заберут уже, машина там горит. Сейчас бабахнет. Ну и вертушки, ребята, от нас так просто не отстанут, это факт. Надо сматываться от них, два вертолета. Хреново дело. Ё-моё, фига. Да. Ой,
Так, ну что, я практически доехал до разведданных или что там у нас? Давайте потихонечку. Так, ну что, пойдемте, наверное, сбегаем, посмотрим, что там у нас. Так, взламываем. Нидия покупает косметику в интернете. В этом счете указан адрес доставки? А что, да, указан. Могу поспорить, она сделала заказ компьютера по этому адресу. Если взломаем тот комп, найдем сколько угодно компромата. Неплохая мысль. Вперед. Так, отыскать личный компьютер Лидии или Нидии. Йоу, боевик с ПП. Рядом с контейнером. Чё-то я прозевал его. Ёлки-палки. Лейтенант убегает. Да пускай бежит, он мне не нужен. Атакую врага. Так, по улице никого нет, я смотрю, да? Так, надо этих, может, выпустить. Повстанцев, так сказать. Выходите, ребята. Пурсамор, Пурсамор, иди гуляй. Кто-то палит мне. Опа-на. Как я так прозевал. По стелсу называется, играю, да? Я бы сказал, вот здесь по фану получается больше у меня. Какого хера? Где там строчит-то, урод? Санта-Бланка атакует повстанцев? Ёптеть, вертолет взорвали. Нахера? Я хотел на нем смыться потом. Видно, не судьба. Ладно. Кто там шмаляет-то так? А, это вертолет взорвался. Так, а здесь нам получается уже делать нечего, да? Да, мы забрали этот. Так, разведданные. Давайте сюда, наверное, рванем. Где тачка? Вот она, тачка. Все, ребят, я поехал. Догоните. Уже догнали. Как тут быстро, а? Да, готово. Давай. Атакуйте всех, кого видите. Так, а тут у нас получается, блин, не все так огонь просто. По готовности. Ё-моё, там, блин. Не подъехать на хромой кобыле-то. Иди отсюда, блин, что-то подрезает, а? Вот, вот этот вот джипик мне пригодится. Давайте, садитесь. Так, вот тут гадов надо всех приколотить. Это не заправка, что ли, я так понимаю? Так, они опять там подкрепление требуют. Очень мило с твоей стороны. Нидия, понятно, Нидия ее зовут, а не Лидия. Разумеется, для нас это способ отблагодарить общество. Мы находим обездоленную молодежь и обеспечиваем ей обучение за границей. Выправляем документы. Ну что, наверное, отсюда начнем. Перепрыгивай. Я так думаю, на втором этаже, если не на третьем. Нет, вот они, документики-то.
меня есть график прибытия машин с деньгами из банка Деборвечес. Будет несложно отбить одну из них от стада, а потом сбросить улов в гараж Спрута. Если Боуман сольет Ниди инфу по грузовику, нам останется только наблюдать. Наблюдать зачем? За разборками ихими, что ли, или что? Похоже, парни из Единства хотят пострелять. Парни из Единства, это надо, это очень плохо, ребята, надо сматываться отсюда. Да, на подлете эти ребята. Блин, тут тайник с данными еще есть. Братья, мое имя Рудольф. Дед, заглохни, а, пожалуйста. Не вовремя ты тут залетал. Ядрить заехал, а. Блин, теперь хрен выйдешь. Так, давайте отсюда, ребята, сматываться. Черт твоей бабушки. Побыстрее. Я воспитал детей в уважении к... Здесь оружейный ящик. Такой, блин, ящик. Стреляйте давайте в этого урода. Вот. С этим мы разобрались. Я рад, что в нашей стране действует Санта-Бланка. Это вовсе не та безусловная организация, которую... Так, а бумаги, получается, эти на бензоправке лежат. Это латиноамериканская мексиканская организация. Ой-ой-ой, не нормально. Существа должны заботиться о нашей земле, быть защитниками страны. Ну что, ребята, вылазим, пошли. Тут вроде как спокойно все. Где бумаги? Хм, а, вот они. А, понятно. Ну, это разведданные на бонусы. Так, ну что, возьмем, наверное, боеприпасы. И надо, наверное, сваливать отсюда. Так, залазим. Ребят, вы догоните меня, пожалуйста. В мое тело, в мои кости, опять этот мечтатель забубнил. Так, куда нам ехать-то? Блин, тут оружейный ящик недалеко. Но в вас, мои братья, мои бойцы, в вас еще есть это безумие юности. Предлагаю этот ящичек забрать. Не считайте собой разумеющимся. Наслаждайтесь своей силой. Расширяйте свои пределы. Вы еще верите, что для вас нет ничего невозможного. И... Хрен с ним, пускай здесь стоит. Так, где она? Ага, вот они. Класс. Тут есть личное оружие. Пистолет-пулемет? Ну, нормально. Так, ну теперь... Сюжетное задание. Допросите банковского менеджера, узнайте код хранилища. Флорес держит в банке Барвечес миллионы отмытого кэша. Мы подломим банк и передадим денежки Паку Катари и его дружкам-революционерам. Понятно. Ну что ж, поехали. Отойди отсюда, мужик. Извини, браток, но мне нужна эта машина. Вали. Ты я на мотоцикле. Тут недалеко, нормально.
копы проехали. Тихо, 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 тихо. Блин, где-то там на горе. Как туда добраться-то? Так, я смотрю, тут только одна дорожка ведет туда. Флорес держит в банке Барвеча с миллиона отмытого кэша. Мы подломим банк и передадим денежки Паку Катари и его дружкам-революционерам. Ну, давай попробуем. Что у нас из этого получится? Боуман, мы ступили на землю Махакоя. Это транзитный пункт для перевозки кокаина. Здесь они останавливаются, прежде чем отправиться в Куани и Риманса. Кто этим заправляет? Я и понятия не имела, но я знаю, где склады с кокаином. Вы их уничтожите, и местный босс примчится, чтобы надрать своим задницей. А мы прищучим его. Именно так. За дело. А, понятно. Тайный склад кокаина. Уничтожьте тайный склад. Да понял, да понял. Ну что, еще может раз 10 покажете, что? Новое задание. Главное менеджеру этого не грохнуть или не дать ему убежать. Смотри, уже палят, уже палят. Началось, блин, не успел отъехать, а. Ёлки-палки, что на меня движется, армада целая. Блин, этот вертолет, по-моему, от меня не отцепится, а? Тихо, 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 не дуркуй. Ой, блин. Фу, хорошо обошлось. Вроде отстал, да? Да, полетел в другую сторону. Так, тут как тихо у нас. Открываю огонь по этим гадам. Где ты их замечаешь? Я в упор не вижу, блин. Это мирный. Ага, вижу. Он убит. Этот вертолет достал уже в корень. Не даст он мне разгуляться, так сказать. Возвращается, что ли? Точно, блин. Ух, их тут еще и два. У нас проблемы. Тут единство мотива. Да я уже вижу.
Это очень хреново, ребят. Эти козлы идут сюда. Какой у нас план? План у нас только один, обороняться, ё-моё. Началось. Единство стреляет по картелю. Это хорошо. Это нам на руку. Чёрт, у картеля подкрепление. Ничего себе. Единство, блин, атаку, ну это, с картелем. Они, по-моему, со мной атакуют. Чёрт, у нас потери. Как так быстро завалили-то? Надо воскрешать паренька-то. Держись, я иду. У нас потери, потери. Да я слышу, слышу. Блин, эти бронежилеты в шлеме хер пробежат. Лежи тихо, я уже иду. Да, надо спасать его срочно. Спасибо тебе. Блин, напарник меня опередил. Ну ладно. Давай. Группируемся. Кто там сейчас все у меня сляжете? Черт, у нас потери! Да как так-то опять, блин? Ух ты! У нас потери! Эй, у нас потери! Опа, она хитрый, да? Подбежал, взял у него оружие. И давай по нам шмалять. Куча трубов. Сука, мать твою! Что так долго? Так, нормально, оживил. Радуйся, что оживил вообще. Что так долго? Черт, еще болит. Да эти без конца, по-моему, так и прут, и прут. Опа-на, я получил вторую эту патруль единства, две галочки. Это очень хреново. Я думаю, если довести до четвертой галочки, тут и танки уже появятся. Санта-Бланка. Как бы нам, ребята, не взорваться бы на этой тачке. Да иди ты отсюда, житель. Бедный. Шуганулся. Опс. Блин, наша тачка на ладан дышит. Два патруля за мной едут, но я уже и оторвался. Ой, ё-моё. Засмотрелся. Так, патруль единства отстал. Ну, это хорошо. Опять тревога. Впереди-то что у нас там? Вертолетик какой-то был. Так, мужик, мне нужна твоя машина. Давай из машины, живо. Не усложняй ситуацию. Это точно. Я за рулем. Я вас догоню. Так, ну что, вроде... А, нет, не оторвались. Еще сзади вон, смотрите. Патруль. Да еб твою мать, куда ты лезешь-то? Сгинь нахрен. Ядрить, я на корень. Еще и вертолет здесь. Надо потихоньку. Так, 2,2 километра до цели. Это куда нам? У-ху-ху-ху. Не ближний свет, ребята. Уничтожьте. У нас есть информация о месторасположении нескольких кокаиновых нычек в Махакое. Необходимо их отыскать и уничтожить, чтобы надавить на местного босса.
Ну что ж, давайте попробуем. Что там у них за нычка? Тайник с кокаином. Короче, машине будет сейчас хана. По этим валунам карапаться-то. Чё-то я не могу врубиться, а где? Я же вроде как на месте. У нас есть информация о месторасположении нескольких кокаиновых нычек в Махакое. Необходимо их отыскать и уничтожить, чтобы надавить на местного босса. Интересно. Так, тайник с кокаином. Я сейчас наверх поднялся, а он где-то получается внизу. Спустимся вниз. Тихо, тихо, тихо. Не дуркуй. Каждый валун. Так, тихонько. Это что у нас здесь? Вертолет еще тут, смотрите, летит. Ну, вроде мимо пролетает. Тихо, тихо, тихо. Не запали. Еще одна цель. На-ка. Этот готов. Пока все хорошо. Снайпер, пойдем, кстати, был. Здесь боевик с миниганом. У входа в лагерь. Лагерь, народ, значит, все сюда. Иду. Лагерь получается. Цель номер три. В горах, внизу где-то. Нам надо туда пробраться. Так, а это что у нас такое? А, командир ихний. Блин, не получится так его легко-то взять. Этот готов. Мы их спугнули. Лейтенант уходит. Да я вижу, что он уходит, блин. Я и так бегу за ним, пытаюсь, по крайней мере. Смотри, как шустро бегает. Блин, только не в тачку, только не в тачку. Красота. Ну-ка вылази, гнида. Силенсио, марше. Пинче, кабро. Все круто, все круто. Все круто, все круто. Хочу задать тебе пару вопросов. Я расскажу, только успокойся. Есть данные по их станции. Надо просто спрашивать. Логично. Так, ну ладно, информацию мы добыли. Теперь надо заняться кокаином. Так, вижу. Цель уничтожена. Борьба, пока тебя не нашли. На, поможет. Вижу цель с пистолетами и пулеметами. Замечательно. Наверное, надо ночное видение включать. Так, я что-то не могу врубиться, а где? Где у них тут все? Ага.
Че, уроды, в темноте-то их плохо видно? Тут еще один склад, полный белого золота. Кто тут готов сильно огорчить целую кучу торчков? Стоп, тут оружейный ящик. Подойдет к моим ботинкам. Снайперская винтовка. Так, а как интересно? Их становится больше. А как уничтожить-то это все? Они идут прямо на нас. Что будем делать, босс? Да подожди ты, они идут на нас. Как мне... Ух ты, сколько их там. Стреляю. Конечно, стреляй. Ё-моё, хера это. Так, один минус. Бежит, бежит, бежит. Блин, мимо. Опять мимо. Нахер, выкуси, блядь. Меня сейчас интересует, как этот кокаин уничтожить, а? Ну ты будешь взорваться или нет? Не берет, а как же? Знаете, ребята, выкусите еще подарочек. Не было, как назло, никого. Так, АК-47. И снайперка у меня. Так, осколочная граната, мина. Но мина у меня не открыты. Блин, нифига нельзя уничтожить так. Стреляю в них. В эту хрень тоже не сесть. Идет подкрепление. Замечательно. Эти лохи не знают, что мы ушли. Они идут не туда. Ну вот и хорошо. Знаете, ребята. Осколочная. Получай. Добил. Там еще двое, да, у нас? Гаденыш. Так, хорошо. А этот-то там сдох или нет? Да, трупак валяется. Блин, в эту фигню не залезь. А как же там уничтожать груз-то? Все горы не прибывают. Ясно.
Враги идут не в ту сторону. Осколочная. Так, все, я понял. Гранатами. Только лишь гранатами, больше никак. Нате нахрен выкусить, уроды. И никого даже не задело. Черт, я думал, убил меня. Нифига. Как они там видят-то, ё-моё. Я так-то ни хрена не видел без очков ночного видения. Они видят меня, блин. Так, последний товар. Осколочная. Есть. Выполнил задание. Мухокой ее. Цель уничтожена. Пора сваливать. Им все сложнее прятать эту срань. Враг получил подкрепление. Они идут туда, где мы были раньше. Да ни хрена они туда не идут. Они идут сюда, блин, как раз. Цель уничтожена. Да они когда-нибудь закончатся или нет? Осколочная, получай. Да. Угу, вижу снайпера. Все, вам снесли. Блин, все тачки взорвались. Даже смыться не на чем. А вот фура есть. Ну что, ребята, наверное, заканчивается это видео. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Дерьмо. Чисто. Ребята, как вы?